утро! Сегодня 5 марта и с вами Камила Хакимуллина. Начинаем новую неделю с интересных и увлекательных событий. Например, сегодня в Казани выступят легендарные люди. Внимание к сюжетам! Бит-квартет «Секрет». Ленинградские аксакалы рок-н-ролла отмечают 35-летие в золотом составе. Основанный на заре 80-х, бит-квартет «Секрет» в годы расцвета гастролировал по всему СССР. Но, к сожалению, квартет распался. В честь 35-летия четверка в составе Леонидов, Фоменко, Заблудовский, Мурашов отправится в европейское турне, самое масштабное шоу которого покажет на родной земле. Необычное прочтение классической истории «Ромео и Джульетта». Сюжет с истинно рок-н-ролльной динамикой передается в брутальном переводе Бориса Пастернака, а музыка вдохновлена неаполитанскими мотивами и произведениями Чайковского и Прокофьева. Образ Ромео, как идеального влюбленного, постановщики постарались сделать максимально мужественным. Несколько смещены акценты и во взаимоотношениях других шекспировских персонажей. Спектакль не только о вражде семей, но и о проблеме отцов и детей, Джульетты и ее родителей. Не пропустите эти великолепные события, но это еще не все. Советую посетить вам замечательный концерт сегодня вечером в Казани. Смотрим! В канун 8 марта Казань приглашает на праздничный концерт. В этот вечер для вас поют Расим Низамов, Гульнара Габидуллина, Айгуль Бариева и многие другие. Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи!